Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сменить ниточку. Например, если вам нужно поменять цвет. Либо, допустим, у вас закончилась ниточка. Или еще масса вариантов. Вам нужна полосочка или, допустим, обвязать каким-то другим цветом, но внутренняя сторона должна быть идеальна, как, например, в шапочках. Для этого я вам сегодня покажу на кружочке. То есть впрямую, если вы прямыми обратными рядами вяжете, меняется точно так же. Смотрите, вот, к примеру, вы дошли до конца, так сказать, ряда, и следующий ряд вам нужно провязать уже новым цветом. Для этого прираспускаете последний столбик, у вас остается на крючке 2 петелечки. И завершающую, так сказать, макушку мы делаем уже другим цветом. Таким образом мы начали вводить другой цвет. Кончик нового цвета и старого цвета ложите на вязание и продолжаете уже вязать основной ниточкой другого цвета. То есть, допустим, вяжете, к примеру, у вас нужно сделать там, ну, к примеру, какие-то прибавки. То есть вяжете сначала вот так вот столбики, затем делаете прибавление. Но ниточка у вас, смотрите, лежит на вязании. То есть вы вводите крючок под нее, затем зацепляете основную ниточку. У вас между вязанием, между столбиком остаются кончики. И вот так вот продолжаете вязать, допустим, нужные вам столбики и ряды. То есть вы как бы... Еще раз покажу. Вводите крючок, но у вас крючок под кончиками. Захватываете основную ниточку и довязываете столбик. Таким образом вы ввели новый цвет и уже продолжаете новым цветом. Убираете ниточки, либо обрезаете вот эти, если они вам не нужны. И вяжете следующий, так сказать, ряд уже новым цветом. То есть этот довязываете и следующий. Я вам сейчас довяжу этот ряд, чтобы показать, как снова поменять, так сказать, на другой цвет ниточку. Вот я довязала ряд. Допустим, вам нужно снова поменять ниточку. Последний столбик прираспускаете, то есть верхушку с него снимаете. У вас на крючке, так сказать, полустолбик. Вот, недовязанный. Вы берете ниточку другого цвета и снова делаете вершину уже другим цветом. Подтягиваете предыдущий цвет и снова ложите на вязание. Следующий, так сказать, столбик уже продолжаете другим цветом. Вот, провязали один столбик без накида и продолжаете также вязать. Смотрите, когда вы вяжете, кончики снова ложите на вязание. Вводите крючок в следующую петелечку под, так сказать, под остатки ниточек. Захватываете ниточку, довязываете, так сказать, уже обычным способом столбик. У вас получается постепенно ввязываются кончики. И продолжаете ниточку, так сказать, ввязывать в столбик. При этом вводите сначала крючок под ниточку, а затем захватываете ниточку основного цвета. Так буквально достаточно сделать 2-3 столбика. Для ниточки это уже, так сказать, достаточно вязано. Теперь эти кончики снова обрезаете, они вам не нужны. И продолжаете вязать уже, то есть обычным способом, но другим цветом. И уже вяжете то, что вам нужно. Допустим, снова надо поменять цвет через ряд. Значит, снова довязываете. Вершину делайте уже другим цветом. И таким образом я вам сейчас покажу. У нас переход практически его не видно. Вот я довяжу сейчас кружочек свой. И покажу вам, какой переход у нас получился. Я довязала до конца ряд. Как вы видите, переход заметно, но более или менее, так сказать, он красивенький и ровненький. Этот стык можно сделать с задней части. То есть он у вас будет, если, к примеру, это шапочка-макушка, то он у вас будет сзади.
И как вы видите, изнаночная сторона получается идеально красивой, уже обвязанной, то есть кончики прятать не нужно. И такой вариант очень хорошо подходит для смены, так сказать, ниточки без узелка. Я надеюсь, что вам понравилось, все осталось понятно. Задавайте вопросы в комментариях. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!